Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. У меня тут, как обычно, кружится оса. Вот такие потрясающие коробочки я купила в отделе подарки в супермаркете «Юбилейный». Они выглядят совершенно нереально, очень красиво. Они очень-очень качественные, хорошо сделанные. Вот, такие по типу шкатулок. Вот такие печати, вот такие тут как бы письма. В общем, очень здорово. Это только начало, это декоративные коробки. Их в этом видео будет очень-очень много. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Вот тоже коробочка из этой же серии. Она вот такая плоская, с марками. Их там, правда, очень-очень много. Просто обычная белая коробка, но такая стильная, красивая. Мне нравится очень. Продолжайте смотреть. Будем изучать сегодня коробочки из супермаркета «Юбилейный», отдел подарки. Вот такая коробка. Она самая большая. Она с розами, и внутри она выглядит вот так. Такая же крышка. В общем, приобретение вот этих коробок, сейчас я еще одну покажу, и уже расскажу, что, чего, кого и как. Вот эта коробка большая, самая огромная. Она, ну что-то то ли 300, то ли 500 рублей стоит. В общем, все коробочки, которые вы видели, они обошлись мне в 2300 рублей. Конечно, это, разумеется, намного качественнее, чем фикс прайс. Это украшает интерьеры. Для того, чтобы обклеить, и для того, чтобы обклеить вот эту однотонную коробку, там еще вот такими рулонами продаются газеты, такие а-ля, как будто бы старинные. По 100 рублей вот такой рулончик. Ну, в общем, я буду заниматься интерьером, благоустраивать свой дом, потому что весна у меня выдалась какая-то очень сумбурная в плане того, что у меня сломался фотоаппарат, подруга давала на время, потом забрала, потом мы ждали опять, когда сделают тот. В общем, ждали, потом в итоге я купила новый, куда-то девался зарядник, и я опять снимаю на мыльницу. Если вам было интересно и полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Кстати, ссылочку на коллекцию Шеби я оставлю под видео. Это тоже вот тот же самый стиль, который мне очень-очень нравится. Вот. Поэтому оставайтесь со мной. У меня на канале еще очень-очень много всяких разных видео. Пройдите в плейлисты, и вы наверняка найдете что-то интересное. Все-таки, порывшись в своих палетках, я решила, что я хочу объявить на данный момент лучшую палетку весны и начала лета. Это Zoeva Smoked. Значит, в этой палеточке есть такая защитная пленочка. И она действительно рассчитана на все случаи жизни. Она легкая, она без зеркал. Я надеюсь, что как бы падение вроде на нее тоже как-то не особо влияет. И, в общем, девочки, смотрите. Ну и мальчики, конечно же, тоже. Вот есть такой пудровый оттенок. Он просто как обычная пудра, но поскольку это китайская, как я подозреваю, подделка, либо вполне возможно там же все делается, все знают. Немного нарушена технология, поэтому мы видим крошки вот в этом винном оттенке. Smoke Vicious, Smoky Vicious, потом Dust and Memories. И очень хорошо, четко прорисовались вот здесь. Вот это Relive the Moon. В общем, какой-то Moon. В общем, Moon у нас с крошкой, вот этот немножко тоже, и этот. Остальные. Этот черный не такой черный, как кажется. Ну и вообще здесь чередуются матовые и шиммерные оттенки. Вот, шиммер нам позволяет
очень хорошо все растушевать, оматовый, заполнить и придать игру цвета и тени. В общем, все очень здорово. Поехали дальше. Кстати, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал.